Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в открытую бета-версию игры под названием Steep. Так, куда-то я скатился с гор. Бескрайние горы, огромные сугробы и сильный ветер. Все это нас сегодня ожидает с вами. Так, у нас открылись новые челленджи, но все они на самом деле легкого уровня. Везде здесь изи. Так, это что у нас? Полет на парашюте, кстати. Так, а это опять с этим костюмом. Jumpsuit, по-моему, называется, или как-то так. Так, ну давайте, наверное, прокатимся для начала на лыжах или на сноуборде. Так, что там на золото, кстати, по-моему, только на лыжах можно. Ладно, давайте заспавнимся здесь. Посмотрим этот маршрут. Так, кстати, видосик какой-то. Короче, сейчас будем исполнять различные трюки. Нам показывают, как это все делается с прыжком. Ну, я, в принципе, вроде как понял пока что. Везде задействуется одна и та же клавиша. Это RT, кстати, тут геймпад от Xbox One. И смотрите, что он творит. Просто мастер-класс нам показали. Так, ну, я не хуже справлюсь, будьте уверены. Так, вот только откуда стартовать, я уже качусь. Я вообще хотел на лыжах, на самом деле. Там, по-моему, золотую медаль. Только на лыжах и дают. Так, готовимся к прыжку. Смотрите, прыжок. Но в воздухе пока что ничего не будем делать. Давайте сначала приноровимся к обыкновенным прыжкам. Так, нормально. Но я, кстати, даже за бронзовой медалью не успеваю. Не говоря уже о золотой, где нужно, похоже, здесь на лыжах скатиться. Так, смотрите, видали? Вот это профессионализм. И все, что ли, финиш? Ну, это короткий трек, короткий трасс. Стой. Так, но я не очень понял, какую медаль мы получили в итоге. Похоже, мы хуже, чем бронзу. Хуже, чем на бронзу. Так, а что дальше-то? Или все еще продолжается? Вообще ни хрена не понял, честно говоря. Нет, все, я уже в конце пути. Да, но я набрал только 65 очков, а надо как минимум соточку, чтобы на бронзу. Давайте попробуем глянуть реплей. Блин, почему меня все время куда-то к краю откидывает? Так, вот, конец пути, или давайте начало пути. Посмотреть реплей. Ничего не происходит. Так, наверное, мне нужно, да, нажать начало X. Я не могу посмотреть реплей, не знаю как. Короче, смотреть в этой игре повторы. Ничего не происходит. Я пытаюсь выбрать, как вы видите. Но это не работает. Ладно, давайте еще раз прокатимся. На этот раз гораздо лучше. Хотя бы давайте на серебряную медальку. Так, все, погнали. Ну, пока что, наверное, опять на сноуборде. Раз тот мужик на сноуборде. Просто я стартану позже. Так, все, погнали. Просто я стартану позже, пока там тупил. Так. Блин, я что-то, наверное, не понимаю все-таки. Какие-то у меня странные прыжки. Во, вот этот профессиональный прыжок. Но немножко я упал. Все в порядке. Так, ну я понял, как работает, короче, все. Блин, но не получилось прыгнуть, к сожалению. И бронзовый мужик нас перегнал. Ну что за отстой? Так, вот прыжок. Блин, ну я теперь его не догоню, наверное, да. Все, конец. Очень короткий трек. Я думал, я разобрался с прыжком, но, видимо, не совсем. Давайте попробуем еще раз. Надо было, короче, внимательно смотреть обучающий ролик. Так, ну-ка. Ну, это не тот прыжок, который мне нужен. Я нормально сиганул с платформы. Во, вот это вот мне нужно ядрить. Как закрутился. Я вообще не понимаю, что происходит на самом деле. Я так и не понял, как высоко прыгать. Как тот мужик. Ну, сейчас он меня перегонит или нет. Ну, блин, на бронзу это совсем отстой какой-то. Так, ладно, ну давайте доедем уже, потому что конец. Да, замечательно, бронзовая медаль, всегда мечтал. А, смотрите, мы типа сделали бронзового мужика, и теперь появился серебряный. То есть сейчас мы будем действовать на серебряную медаль. Да, и, по-моему, какой-то другой чувак вообще появился, или даже женщина какая-то. Так, ладно. Главное разобраться с прыжком, и все получится. В общем, нам, наверное, нужно два трюка каких-то сделать. Так, ну-ка. Во, другое дело. Все, я, кажется, понял, как прыгать. Прыгаем и...
Отлично. Так, ну смотрите, я уже выполняю какие-то трюки. Может, я и выиграю. Только я вот не знаю, да, это женщина какая-то, по-моему, судя по крикам. Только я вот не знаю, нужно ли мне ее перегонять еще. Или только достаточно выполнить пару трюков. Так, ну слушайте. Похоже, мне все-таки нужно ее перегнать. Помимо прыжков, которые я должен совершить. И, по-моему, я, кстати, не совершил второй прыжок. Если бы тут на русском все было написано. Какие именно трюки нужно делать. О, кстати, я дрона запустил. Видимо, он и будет повтор снимать. Куда он исчез? Так, ладно, попытка номер не знаю. По счету, какая попытка. Но сейчас будет все идеально. Прыжок. Не очень, не очень. Еще прыжок. Вертушечка. Вокруг своей оси. Так, теперь кувырок. Да, и на спину. Приземление не очень мягкое. Не, ну надо рестартить, конечно. Тут уже бесполезно пытаться ее обогнать. Так, опять камера куда-то уходит. Это очень странно выглядит. Так, ну ладно, ладно. Понять бы просто, какие прыжки нужно совершить, я бы их совершил легко. В принципе-то я понял, как прыгать. Нужно зажимать RT и потом вовремя отпускать. Но вот сейчас не очень получилось. Не очень вышел прыжок. Ну, вот сейчас более-менее, но опять я все испортил. Так, ну мы будем, короче, задрачивать, наверное, этот трек. Пока не пройдем на золото, может быть. Хотя бы на серебро. Так, вот прыжок. Давайте просто прыгнем здесь. Так, а здесь крутанемся. Вот так вот. Ну, получилось же, нет? Так, баба снова перегоняет. Не знаю, как она так ускоряется. Вон, она то же самое, что и я делает. Только сейчас мне не очень это получилось. Давайте посмотрим, что она делает. Да, она вот, вот так вот делает. Только у нее прыгать получается. У меня сейчас что-то вообще отстойно все получилось. Так, ладно. Еще раз, друзья. Ну, у меня должно получиться, в конце концов. Так. Или, может быть, надо отпускать ускорение вовремя? Вот сейчас получилось. Да, но трюк не особо... Не особо интересный вышел. Да, ну и отстой. Блин, она кричит, там радуется. Как классно. А я не могу ни одного трюка уже сделать. Что-то у меня вообще стало не получаться. Так, еще раз. Еще раз. Я должен... Должен пройти это испытание. Прыжок. Ну вот сейчас вроде нормальный прыжок, но трюков я никаких не сделал. Прыжок. Ну, нормально же, нет? Опять она обогнала. Вот сволочь, блин. И здесь у меня прыжок вообще не получается почему-то. Она довольная. Ненавижу ее. Во. Блин. Хотел сильно закрутиться. Блин, это что был за звук? Я, похоже, себе что-то сломал. Хотя нет, вон встаю, как ни в чем не бывало. Так, давайте еще раз. Еще раз. Может, я рано зажимаю RT? Может, вот в этот момент зажать и отпустить сразу? Нет. Не получилось. Ну, на вот этой вот синей зоне нужно отпустить RT. То есть мы зажимаем, отпускаем вот здесь вот приблизительно. Или, может, еще немного заранее. Давайте вот здесь. Ну, что-то мне не очень получается. Но зато я ее обогнал. Это мне ничего не дает, конечно. Вообще 27 очков заработал. Так, ладно. Ладно. Нужно сосредоточиться. Вот здесь хорошо прыгнуть. Так, прокруточка. Отлично, отлично получилось. Так, еще прокруточка. Так, нормально, нормально, нормально. Выравниваемся. Ну и она опять нас обогнала. Да. Но я кучу очков заработал. Не знаю, как это мне поможет. По-моему... По-моему, я много очков заработал. Или нет? Да, короче, можно ее не обгонять вообще. Главное, это трюк понаделать. Ну, теперь-то все понятно. Так что мы с вами заработали все-таки золотую медаль. Осталось... Ой, золотую, серебряную медаль. Осталось золотую, друзья. Так, вот опять какая-то новая чувиха. Или это мужик? Нет, это мужик, по-моему, на этот раз. В розовой курточке.
Думает, что она ему поможет, но нет. Я теперь профессионал в этой игре. Так, смотрите. Смотрите и запоминайте. Оп. Так, нормально. Можно тогда не спешить. Главное это побольше трюков сделать. Ой, отстой, отстой. Ну все, запорол. Уже, наверное, перезапускать придется. Хотя... Так, держись, держись, держись. Нормально. 200 очков, смотрите. А надо 1000, лол. Так, как она так высоко прыгнула, блин? Или он? Ну, это мужик, по-моему. Тут, конечно, не разглядеть. Так, ладно. Давайте глянем хоть кто это. А, у нас же есть бинокль, кстати. Ну, по-моему, это мужик, либо какая-то азиатка. Не разглядеть тут лицо. Так, ладно. Давайте. Давайте, спускаемся. Главное, на каждом трамплинчике прыжок не запороть. Вот, нормально. Так, даже отлично получилось. Теперь вот так вот. Нет, ну не на спину, ну не на спину. Ну, все перезапускать придется. Блин, отличный прыжок был, но приземлился я на спину. В реальной жизни, наверное, этот чувак позвоночник сломал. Ну, хотя, если здесь сугробы такие. Так, вот, отлично. Но очков мы немного заработали. Так, теперь вот так вот кружимся. Блин, ну, вот это уже не очень получилось на самом деле. Мужик нас обогнал. Так. Во, отлично. Блин, смотрите, чуть-чуть не хватает для золотой медали. Главное сейчас не запороть прыжок. И давай. Ну, совсем немного не хватило. Можно напоследок прыгнуть. Вау, кстати. Я заработал таким образом очки, по-моему. Когда просто так сальтуху сделал. Так, ладно, короче, возвращаемся. Надо получить золотую медаль, друзья. Но я все это так просто не оставлю. И это ведь, кстати, сложность изи до сих пор. Сложность как бы не увеличивается. Так. Так, ну держись. Твою мать. Не, ну все, надо перезапускать. Я был уверен, на самом деле, что я приземлюсь именно на сноуборд. Хорошо. Так, вот сейчас отлично получилось. Но очков чуть маловато дали. Видимо, прыжок не очень. Да, прыжок не очень высоко получился. Сейчас вообще прыжка никакого не получилось. Но прокруточку я сделал. Чуть-чуть не хватает нам очков. Так. Отлично, по-моему. А, блин. Или нет, все нормально. Отлично, заработали мы золотую медаль и теперь можем соревноваться с самим собой. Смотрите, теперь тут стоит поблизости наш клон. Я думал, на самом деле, чтобы получить золотую медаль, нам нужно здесь прокатиться на лыжах. Но, видимо, здесь только на сноуборде или нет? Да, по-моему, здесь только на сноуборде. Просто смотрите, справа у золотой медальки иногда появляется значок лыж. Может быть... Это если мы получим золотую медаль, мол, мы получим какой-то скин для лыж или типа того. Хрен его знает, в общем. Но главное, челлендж мы выполнили. И этот челлендж был с легкой сложностью. Что будет дальше, если я так долго легкий челлендж проходил? Ну, я, в принципе, научился, на самом деле, нормально прыгать. Научился делать какие-никакие трюки. Так что, я думаю, дальше уже все пойдет получше. Но, по-моему, здесь только... Да, здесь только у нас остались легкие челленджи. Другой сложности здесь, может быть, в открытой бете вообще нету. Кто знает. Так, ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут осталось. Прыжок с парашюта. А вот это вот что? А это у нас полет с костюмчиком. Ну, в любом случае, нам придется полетать немножко. Ну, давайте попробуем с парашюта, например. Сигануть, почему нет? Так, сейчас нужно разобраться. Что здесь нужно делать? Ну, похоже, здесь на время нужно пролететь по определенной траектории, возможно. Ну, давайте попробуем. Так, окей. На серебряную медаль сколько там? Точнее, на бронзовую минута и 6 секунд должно пролететь. Так, и сначала мы летим на старт. Так, ладно. Появился бронзовый чувак. Давайте попробуем срезать, может это как-то... Нам поможет. Так, спускаемся немножко. Может, не обязательно по этой траектории лететь?
Может быть, это траектория полета этого мужика? А я могу по-своему сделать. Ну, пока я его перегнал. За 54 секунды, смотрите, на золотую медаль можно прилететь. Нет, он меня все-таки обогнал как-то даже. Хотя я срезал максимально пути. Нужно еще попробовать задействовать этот флип на RT. Так, летим, 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 нормально. Срезаем, срезаем вокруг горы. Так, обходим его. Аккуратненько. Так, нормально. И уже вот до финиша недалеко. Я надеюсь, он сейчас не обгонит меня под конец. Так, ну вроде нет, смотрите, бронзовая медаль. Да, нам не обязательно было лететь по этой траектории. Отлично. Ну что, давайте на серебро. Почему нет? Мы способны. Кучу экспы заработали, что-то нам опять там втирают. Прокачали даже уровень, смотрите, не знаю, зачем здесь уровни вообще. Ну, наверное, откроются какие-то скины или типа того. Так, ладно, неважно. Давайте, давайте еще раз. Еще один полет, 58 секунд. За сколько мы прилетели в прошлый раз? Не обратил я внимания. А, вон, за минуту и одну секунду. Ну, смотрите, это реально. Если мы не будем тупить, попробуем использовать этот флип, тогда, возможно, получится. Может, даже на золото прилетим. Так, ладно, главное сейчас вот так вот сделать. Чтобы поворачивание было удобно в полете. Так, нормально, все. Сразу поворачиваем резко. И вот отсюда летим в круг. Но там тоже нам нужно место для поворота, для разворота. Да, здесь будет опасный поворот. Давайте флип попробуем юзануть. На повороте. Вот, флип и ядрить. Ну, смотрите, неплохо получилось на самом деле. Так, ну не уверен я, что смогу за 58 секунд успеть. Честно говоря, как ускоряться? Можно ли как-то ускоряться? Потому что он меня перегнал, летя по своей сраной траектории. Хотя я пытался максимально срезать везде. Возможно, из-за того, что я заюзал флип. Так, если я не управляю нашим персонажем, он взлетает просто наверх. Сколько там? 49. Хотя, смотрите, может сейчас и получится. 52, 53, 54. Отлично, серебряная медаль, друзья. Но, откровенно говоря, получилось отвратительно. Мой полет был просто ужасен. Меня даже тот чувак обогнал. Но как-то на финише я его смог опередить. Чудом каким-то. Но флип, кстати, эффективно можно использовать на самом деле. При поворотах, опять же. Но здесь особо это не нужно. Можно и без флипа обойтись. Так, ну что, давайте. Золотую медаль получим и на этом закончим, наверное. Да, смотрите, я пролетел за 54 секунды, и там еще есть миллисекунды. То есть почти на золотую медаль я закончил этот полет. Так что, если сейчас мы не будем тупить, то получится еще лучше. Сейчас я продемонстрирую вам мастер-класс. Так, вот здесь вот с краешку пролетаем, не делаем никаких флипов, сразу заворачиваем. Так, все. Чуть-чуть пониже. Чуть-чуть пониже. Может, как-то и можно ускоряться, но, скорее всего, нет. Судя по описанию. На LT мы только можем готовиться к приземлению, но я приземлялся даже без LT. Так, с краешку, с краешку, с краешку. Отлично, отлично, прокатило. Сейчас на тоненького затащим. Так, 48, 49, 50. Отлично, друзья, золотая медаль. Ну, это профессионализм, не иначе. Вот сейчас я не нажимал никаких LT. Просто приземлился. Просто приземлился. Так, ну, это, конечно, была легкая сложность. Но мне понравилось летать, на самом деле. Когда я изучил и привык к управлению, игра начинает все больше и больше нравиться. Но на этом мы уже закончим, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.